Часть льготников Саратова полгода не может получить положенные законом лекарства. Прокуратура Ленинского района города выяснила, что в региональном министерстве здравоохранения находится без реализации прошлогодние заявки на препараты Лариста, Метопролол, Моксонидин. Они применяются для лечения серьезных заболеваний сердечно-сосудистой деятельности. В результате всех проволочек в аптеках Саратова скопились рецепты от пациентов. Прокуратура потребовала от Минздрава области выполнить все обязательства перед льготниками.